Совсем недавно Ида Вирума посетила депутат Европарламента Кристина Ойюланд. Кристина поделилась с нами о целях своего визита. В прошлой неделе я встречалась здесь опять с хоккеистами, а в этой неделе сегодня как раз мы были в Кохтаярвском детском доме, и здесь в Нарве у нас была очень интересная встреча в центре МТУ «Хиатекевускескус». Это, то есть, благотворительный центр нарвский. Я была там первый раз, я должна сказать, такая благотворительная работа, что люди там, и директоры Анатолий Плюшко, и его сотрудники, учители, воспитательницы делают. Это очень важная, нужная работа. И я стараюсь с моей стороны тоже помочь, чем могу. Например, сегодня я принесла довольно много разных вещей, которые собирались как раз от этого региона, где у меня дом в Северной Эстонии, там около поселка Неме. То есть у нас есть женский клуб тоже, который собирал эти нужные, важные вещи для тех детей, которые здесь в центре в Нарве ежедневно собираются. И я думаю, что это такое сотрудничество будет продолжаться между нами. То есть то, что мы видели сегодня, это очень симпатично для меня. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет долголетное.